Команду КВН, естественно, в городе Донецке. Команда КВН Донецк-де-Жанейро. Ваши аплодисменты, друзья. Можно музыку здесь включить, пока ребята готовятся. И в такт этой музыки все дружно поаплодируют. Это к диджею. Ну, какую-либо. Любую. А, не нужно? А, так нужно. Донецк-де-Жанейро! Вначале у нас нет человека. Что произошло? Алексей! А давайте-ка, у нас такое уже пошел замес с этим, с аппаратурой. Давайте заново еще. Да. Это была репетиция. Смешно, поэтому мы начнем с середины. На старт, внимание, Маркс! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду лайк. Дорогие девушки, и это факт. Час 19. Извини, брат, время сейчас такое. У тебя есть совраг? Нет, он не даст мне совраг. У меня седые брови и седые ресницы. Прямо на глазах! Я! Мучо! Я! Я! Помимо! А давайте знакомиться. Ты, знакомься, это я, а это он. Он – это ты – это он. А это кто? А это никого. Он, познакомь нас. Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Нет штор, нет окна. Нет штор, нет окна. Это стена. Шутки в сторону и по прямой. Лучше синица в руках, чем руки в синице. Если увидите моего брата, не трогайте его, он мой. Если увидите Герасима, трогайте его, он не мой. Александр в эту ночь поздно вышел из подъезда. А Григорий сковорода. Не может быть, но есть волшебный насморк. Спасибо, теперь я могу ходить. Да просто.
Все, теперь я Оксана. И меня не остановить. Оксана, я люблю вас, выходите за меня. Кричите, 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 наступят времена потише. Бьется родная, хоть смерть и боевая. Кричите, чего вы молчите? А я у доктора. А я доктор. А я Сталин. Я не боюсь найти тебя. Я не боюсь. Я не боюсь, не боюсь, я не боюсь. Да, вот такой вот я Сталин. Я умею приседать, выпрыгивать и махать руками. Доктор, вы проверили мои анализы? Вообще-то анализы я не проверил, но кое-что меня уже настораживает. Доктор, что со мной? У тебя гастрит. А у тебя гастрит, мужик, у тебя гастрит. Доктор, вы нормальный? Почему вы поете? Я не знал, как вам это сказать. Доктор, вообще-то мне плохо, сделайте что-нибудь. Я сделал все, что мог. Доктор, я буду жить, это правда? Нет, я буду жить, это дельфин. Сейчас то, с чем мы сталкиваемся практически каждый день. Самый странный преподаватель в мире. Странный. У меня для вас две новости. Первая хорошая, вторая плохая. Какая хорошая? Первая. А какая плохая? Вторая. Запишите тему. Прерогатива дурацких вопросов. А что такое прерогатива? А что такое дурацкий вопрос? А что такое? А что? А? Я вижу, тему вы усвоили. Но, как говорится, между первой и второй натуральных нету цифр. Тихо! Петр Афанасьевич звонит. Петр Афанасьевич, это Петр Афанасьевич. А кто это такой, Петр Афанасьевич? Да, а кто вы такой, Петр Афанасьевич? Это Петр Афанасьевич. Петр Афанасьевич, это Петр Афанасьевич. Тихо, Петр Афанасьевич звонит. Люди! Да что ж вы делаете? Возьмите меня! Наше время истекло. Несмотря на такой большой религиозный праздник, по-моему, сегодняшний вечер прошел просто божественно.